Ну что, друзья, приятные новости, официальные уже, то, что все-таки Money 2.0 запущен. Вот, Happy Santa 13 минут назад разместила пост. Ребята, напомню, что мы с вами создали свою собственную валютную систему. 3 дня назад мы остановили майнинг, взяли паузу и решали, что нам делать дальше. Майнить было весело, но мы хотим ли мы останавливаться на одной игре? Готовы ли мы согласиться на меньшее? Мы не готовы, надеюсь, вы тоже. Эти дни мы занимались тем, что революционно улучшили работу переводов ВК-коин между пользователями и создали возможность использовать ВК-коин для сторонних разработчиков, чтобы они уже могли создавать свои игры для майнинга, переводить игрокам монеты за достижения. Мы добавляем в кошелек ВК-коин специальный раздел с этими играми. Уже сейчас там есть игрок-коин Фортуны для самых удачливых и бот-кликер для тех, кто все еще хочет кликать и майнить монетки руками. Готовится к запуску бот «Угадай мелодию» и много чего другого, что создадут сторонние разработчики на нашей платформе. И самое главное, мы решили провести небольшой хакатон на ботов на платформе ВК, который интегрируется с ВК-коин, готовы выделить миллиарды монет на призы, которые разработчики будут дарить вам за достижения в играх. В хакатоне мы сделаем отдельную запись, об опишке ВК-коин можно почитать тут. О, кстати, отлично, я в предыдущем видео, вот, ну, который только что снимал, говорил, что API неизвестно. Вот, кстати, оно 44 минуты назад опубликовано. Надо закладки сохранить. Мало кто знает, но ВК-коин написан и поддерживается все эти дни Иваном. Ну да, так предполагали, что он главный разработчик. Он же сделал опишку для переводов, он же готов ответить на технические вопросы, которые могут у вас возникнуть. По технической части давайте общаться в чатике. Документ по работе API ВК-коин. Тут платформа ботов. Работа с QR-кодами. Ну, понятно, да, ну хорошо, открыли все, значит, все заживет и зашевелится. Сейчас как из рога изобилия все эти боты полезут, и я думаю, мы получим только лучше. То есть конкуренция, она, это самое главное. Когда есть конкуренция, да, вот картинка, видите, вот майнинг 2.0, все, это уже как бы официально. Во, вот он, 2.0. То есть все запущено, скупаю коины, вечная капча. Да, вот капча, конечно, это ужасно. Пролайкать хотим бы какой. Ну, по всей видимости, пока не будет предыдущего. То, что пока сейчас будет упор на приложение. Ну, в принципе, ничего. Ну, конечно, вот мне лично майнинг кликером вот этим не понравился. Можно, да, там, удачу. Ну, я думаю, кто накопил, да, тому повезло. А, конечно, кто включился уже и в игру позже, ему придется вот совсем по мелочам, да, там что-то выкликивать, где-то там участвовать в каких-то конкурсах там. Ну, к сожалению, да. К сожалению, так. Может быть, кто-то, потому что сейчас бюджетов больших, я думаю, не будет. Какие-то будут, конечно, но не в той степени, что были раньше. Вот. Ну, в плане, как бы, ВК-коинов тех же. Вот. То есть не будут их в таком количестве, хоть они написали, что там будут давать много, ну дадут там миллиард, допустим, да, вот. Но все равно, если так все будут майнить, то есть не будет уже такого майнинга прям лихого, как был с ускорителями. Может быть, где-то сделают, что можно будет прокачивать клик, да, вот этот же. Вот так вот. Все, всем спасибо за просмотр. Очень приятные новости в субботней, ну уже воскресную ночь. Вот. Всем удачи!